President of the United States and Mrs. Reagan. Дамы и господа, президент. Уважаемый господин президент, уважаемая госпожа Рейган, уважаемые гости. Mr. President, Mrs. Reagan, dear guests. Для меня честь приветствовать в этом доме гостей, которые пожертвовали так много в борьбе за основные права человека. Права, которые мы, американцы, зачастую принимаем порядке вещей. Многие, большинство из вас пожертвовали своими профессиями. Многие из вас пожертвовали и годами жизни в трудовых лагерях, тюрьмах и в ссылке. Мы можем многому научиться у вас всех. Сегодня за короткое время, которым мы располагаем, мы услышим замечания трех лиц – Сергея Ковалева, Юлия Кошаровского и отца Глеба Якунина. It is an honor to welcome to Spaso House so many people who have sacrificed so much in their struggle for basic human rights, rights that we Americans so often take for granted. Many, most of you, have sacrificed your professions and your personal comfort. Many of you have sacrificed years of your lives in labor camps, prisons, and internal exile. Today, in the short time that we have, we will hear from three persons, Sergei Kovalyov, Yuli Kasharovsky, and Father Gleb Yakunin. Господин Ковалев, выдающийся биолог, снят с своей должности в МГУ в 1969 году после его протестов против советского вторжения в Чехословакию. В 70-х годах он был редактором самиздатского журнала «Хроника текущих событий». За эту работу он был приговорен к 7 годам трудовых лагерей и 3 годам ссылки. Сейчас он член неофициальной группы «Клуб прессы «Гласность». Our first speaker is Mr. Sergei Ковалев, a distinguished biologist. He was removed from his position at the University of Moscow in 1969 after his protests of the Soviet invasion of Czechoslovakia. In the 1970s, уважаемый господин президент, уважаемая госпожа Рейган, дамы и господа, мы участники правозащитного движения высоко ценим тот факт, что в переговорах с генеральным секретарем Горбачевым вы, господин президент, на первое место поставили вопрос о правах человека, придав ему тем самым подобающее значение. И действительно, цепная реакция по пранию прав человека не менее опасна, чем термоядерная реакция водородной бомбы. Dear Mr. President, dear Mrs. Reagan, ladies and gentlemen, we, the participants of the human rights movement, deeply appreciate the fact that in your talks with General Secretary Gorbachev, you, Mr. President, put the human rights issue first. And in so doing, you are giving it the importance it deserves. It is certainly true that the chain reaction resulting from human rights violations is no less dangerous than the thermonuclear reaction of an H-bomb. Господин президент, многие из нас, имеющие честь быть приглашенными на этот прием, в прошлом году обрели свободу. И в этом немалые узники совести все еще томятся в тюрьмах, лагерях, ссылках и психбольницах, в том числе и за свою религиозную деятельность.
И мы надеемся, что вы, господин президент, сделаете все, что в ваших силах, чтобы способствовать их скорее. А сейчас, дорогие гости, мне доставляет огромное удовольствие представить вам президента Соединенных Штатов Америки. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Well, thank you all, and welcome to Spazzo House. After the discussions we've just had, I thought it might be appropriate for me to begin by letting you know why I so wanted this meeting to take place. Благодарю вас и приветствую вас в дом на Спасо-Песковском переулке. После тех обсуждений, которые мы только что проводили, я решил, что мне следовало бы начать с того, чтобы объяснить вам, почему я так хотел, чтобы настоящая встреча состоялась. You see, I wanted to convey to you that you have the prayers and support of the American people, indeed of people throughout the world. I wanted to convey this support to you that you might in turn convey it to others, so that all those working for human rights throughout this vast land, from the Urals to Kamchatka, from the Laptev Sea to the Caspian, might be encouraged and take heart. Видите, я хотел передать вам, что с вами молитва и поддержка американского народа, а в сущности и людей во всем мире. Я хотел вам передать об этой поддержке, чтобы вы, в свою очередь, это могли передать другим, с тем, чтобы все те, кто трудится на ниве прав человека во всей этой пространной стране, от Урала до Камчатки, от Лаптева моря до Каспийского, почувствовали бы поддержку и окрылились надеждой. In one capacity, of course, I speak as a head of government. The United States views human rights as fundamental, absolutely fundamental, to our relationship with the Soviet Union and all nations. From the outset of our administration, we've stressed that an essential element in improving relations between the United States and the Soviet Union is human rights and Soviet compliance with international covenants on human rights. В одном аспекте, конечно, моей должности, я выступаю в качестве главы правительства. Соединенные Штаты рассматривают права человека как основное, абсолютно основополагающее понятие в наших отношениях с Советским Союзом и со всеми странами. С самого начала существования нашей администрации мы подчеркивали то обстоятельство, что неотъемлемым элементом в улучшении отношений между Соединенными Штатами и Советским Союзом являются права человека и соблюдение Советским Союзом международных заветов по правам человека. There have been hopeful signs. Indeed, I believe this a hopeful time for your nation. Over the past 3 years, more than 300 political and religious prisoners have been released from labor camps. Fewer dissidents and believers have been put in prisons and mental hospitals. And in recent months, more people have been permitted to emigrate or reunite with their families. Обнадеживающие признаки есть. И действительно, я считаю, что настоящее время является временем надежд для вашей страны. За последние 3 года более 300 политических узников религии было выпущено из лагерей. Меньше инакомыслящих и верующих было посажено в тюрьмы и психиатрические больницы. А также за последние месяцы большее число лиц получило разрешение на эмиграцию для воссоединения с семьями. The United States applauds these changes. Yet the basic standards the Soviet Union agreed to almost 13 years ago in the Helsinki Accords or a generation ago in the Universal Declaration of Human Rights still need to be met. If I may, I'd like to share with you the main aims of our human rights agenda during this summit meeting here in Moscow.
Соединенные Штаты приветствуют эти перемены. Однако основные нормы, с которыми Советский Союз согласился почти что 13 лет тому назад в Хельсинкском соглашении, или почти целое поколение тому назад во Всеобщей декларации прав человека, все еще необходимо соблюдать. Если разрешите, я хотел бы поделиться с вами главными целями на нашей повестке дня по правам человека в течение настоящей встречи в Верхах здесь, в Москве. Freedom of religion. In the words of the Universal Declaration of Human Rights, everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. I'm hopeful the Soviet government will permit all the peoples of the Soviet Union to worship their creator as they themselves see fit in liberty. Свобода религии. В тексте Всеобщей декларации прав человека говорится: каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии. Я искренне надеюсь, что советское правительство разрешит всем народам Советского Союза прославлять Творца так, как они это считают нужным, в полной свободе. Freedom of speech. Again, in the words of the Universal Declaration of Human Rights, everyone has the right to freedom of opinion and expression. It is my fervent hope for you and your country that there will soon come a day when no one need fear prison for offenses that involve nothing more than the spoken or written word. Свобода слова. Опять же, в тексте Всеобщей декларации прав человека говорится: каждый имеет право на свободу мысли и высказывания. Что касается вас и вашей страны, я хочу сказать, что я искренне надеюсь, что скоро наступит день, когда никому не надо будет бояться тюрьмы за преступления, касающиеся только лишь устного или письменного слова. Freedom of travel. I've told the General Secretary how heartened we are that during the past year, the number of those permitted to emigrate has risen. We're encouraged as well that the number of those permitted to leave for short trips, often family visits, has gone up. Свобода передвижения. Я говорил генеральному секретарю, как нас обнадежило то, что за последний год увеличилось число лиц, получивших разрешение на выезд. Нас также обнадеживает то обстоятельство, что увеличилось число лиц, получающих разрешение даже на краткосрочный выезд, часто для посещения родственников. And yet, the words of the Universal Declaration go beyond these steps. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his own country. It is our hope that soon there will be complete freedom of travel. И все же слова Всеобщей декларации выходят за пределы этих шагов. Говорится, каждый человек имеет право выехать из любой страны, включая свою страну, и вернуться в свою страну. Мы надеемся на то, что скоро можно будет совершенно свободно путешествовать. In particular, I've noted in my talks here the many who have been denied the right to emigrate on the grounds that they held secret knowledge, even though their secret work had ended years before, and their so-called secrets had long since become either public knowledge or obsolete. Such cases must be rationally reviewed. В частности, в моих переговорах здесь я указывал на многих, которым не давалось разрешение на выезд на том основании, что они обладали секретной информацией, невзирая на то, что их пребывание на секретной работе давно прекратилось и что их так называемые секреты давно стали общественным достоянием или же устарели. Такие случаи нуждаются в рациональном пересмотре. And finally, institutional changes to make progress permanent.
I've come to Moscow with this human rights agenda because, as I suggested, it is our belief that this is a moment of hope. The new Soviet leaders appear to grasp the connection between certain freedoms and economic growth. The freedom to keep the fruits of one's own labor, for example, is a freedom that the present reforms seem to be enlarging. И, наконец, об изменении внутри самих организаций для того, чтобы сделать прогресс необратимым. Я прибыл в Москву с повесткой Дня по правам человека, потому что, как я предлагал, мы считаем, что в этом есть надежда. Новое советское руководство, как нам представляется, признает связь между известными свободами и экономическим ростом. Например, свобода оставлять за собой плоды своего собственного труда является свободой, распространение которой теперешние реформы, как видно, расширяют. We hope that one freedom will lead to another and another, that the Soviet government will understand that it is the individual who is always the source of economic creativity, the inquiring mind that produces a technical breakthrough, the imagination that conceives of new products and markets, and that in order for the individual to create, he must have a sense of just that, his own individuality, his own self-worth. He must sense that others respect him, and yes, that his nation respects him enough to grant him all his human rights. Мы надеемся, что одна свобода повлечет за собой другую и еще другую, что советское правительство поймет, что источником экономического творчества является человек, его пытливый ум, который создает прорывы в технологии, его изобретательность, которая порождает новые продукты и рынки. И для того, чтобы человеческая личность могла творить, необходимо обладать именно сознанием своей личности и собственного достоинства. Человек должен испытывать уважение к себе окружающих, да и должен чувствовать, что он уважаем в своей стране, причем уважаем настолько, что ему предоставляются все права человека. This, as I said, is our hope. Yet whatever the future may bring, the commitment of the United States will nevertheless remain unshakable on human rights, on the fundamental dignity of the human person. There can be no relenting. For now, we must work for more, always more. Это и есть, как я говорил, то, на что мы возлагаем надежды. Тем не менее, я хочу, чтобы вы знали, что если эта надежда не будет оправдана, обязательства Соединенных Штатов остаются непоколебимы. По правам человека, по делу достоинства человеческой личности не может быть послаблений. Сейчас мы должны стремиться все к большему и большему. And here I would like to speak to you not as a head of government, but as a man, a fellow human being. I came here hoping to do what I could to give you strength. Yet I already know it is you who have strengthened me, you who have given me a message to carry back. While we press for human rights through diplomatic channels, you press with your very lives, day in, day out, year after year, risking your jobs, your homes, your all. И тут я хочу обратиться к вам не как глава правительства, а как человек. Человек, как и вы. Я приехал сюда в надежде сделать все, что смогу, чтобы придать вам силы. И тем не менее, я уже знаю, что именно вы поддержали меня тем, что передали мне ваши высказывания, которые я возьму с собой в мою страну. В то время, как мы пользуемся дипломатическими каналами для того, чтобы настаивать на правах человека,
Вы их продвигаете вперед самой жизнью изо дня в день, из года в год, рискуя работой, жилищем и вообще всем. God and man, and that freedom will truly come to all. For what injustice can withstand your strength, and what can conquer your prayers? Если разрешите, хочу высказать вам одну мысль от чистого сердца. Приехав сюда, будучи здесь у вас и глядя вам в глаза, я должен верить в то, что история этого мятежного века действительно будет искуплена в глазах Божиих и человеческих, и что свобода воистину восторжествует для всех. Ибо какая несправедливость способна устоять перед лицом вашей силы? И что может покорить ваши молитвы? And so I say with Pushkin, it's time, my friend, it's time. The heart begs for peace, the days fly past. It's time, my friend, it's time. Итак, я повторяю за Пушкиным. Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни. Пора, мой друг, пора. Could I play a little trick on you and say something that isn't written here? Yes, sir. Sometimes when I'm faced with an unbeliever, an atheist, I am tempted to invite him to the greatest gourmet dinner that one could ever serve. And when we finished eating that magnificent dinner, to ask him if he believes there's a cook. Если разрешите, президент хотел бы добавить. И когда я встречаю неверующего человека, мне очень хочется всегда как-то пригласить его на пир, на банкет. Действительно, банкет для гурмана. И после окончания этого обеда спросить его, верит ли он в то, что действительно существует повар. Thank you all, and God bless you. Благодарю вас всех, благослови вас Бог. Nancy and I have to leave you. We're going to have a little talk with the General Secretary. Нэнси, я должны вас покинуть, и сегодня вечером у нас будет небольшая беседа с генеральным секретарем. All right. До свидания.